Дагестанская делегация вернулась домой с Украины. Она доставляла гуманитарный груз в Бердянск. В сборе приняли участие сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели республики и других регионов страны. Среди участников сбора были и представители Кизлярского района. Они собрали 10 фур продовольствия. Как встретили делегацию, смотрите в следующем сюжете. У жителей Бердянска сегодня настоящий праздник. С самого раннего утра на этой площадке кулинарный виртуоз Кизлярского района готовит 6 казанов плова. Желающих продегустировать много, порядка 2500 человек. Они с удовольствием отведали и высоко оценили угощение дагестанцев. Они наши друзья, они наши братья. Это наша не последняя благотворительная акция. Всем мира и добра. Дай Бог, что все у них наладится. Мы то, что в наших силах, то, что наш административный ресурс как бы позволяет, мы все для этого сделаем. Пока взрослые лакомятся блюдами дагестанской кухни, дети фотографируются внутри военной техники, а сразу после забирают свои воздушные шары, сладости и велосипеды. Сегодня в городе весело. Дагестанские артисты зажгли местную публику лезгинкой и порадовали патриотическими песнями. Спасибо большое за красивое исполнение. Спасибо вам. Прекрасная Наргиз зажгла просто сегодня весь Бердянск. Она сегодня была звездой. После слова благодарности в прямом смысле самая яркая часть программы – профессиональный салют под гимн России прозвучало свыше 500 залпов. Умэ Брагимова, Рамазан Омаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей. Бердянск.